Реконструкция двора производится, то есть выполняется полностью разбивка новых игровых площадок. Та площадка, вот как вот видите, которая у нас спортивная идет, это все будет под резиновым покрытием у нас, под синтетическим. Ну, то есть меняется полностью бордюрное основание, основание асфальтобетон тоже будет полностью меняться. Как бы так. Планирую детскую площадку, парковку. Ну, мы надеемся, что наш двор приведут в порядок, что то, что запланировано, все выполнят. По графику 15 декабря, потому что у меня этот двор, следующий двор, четвертый двор, ну и 1-3 еще у нас сейчас.